12.05 в Кирове продолжается. Программа «Разворот на бизнес». В студии по-прежнему Светлана Занько и Олег Прохоренко. Партнер программы «Разворот на бизнес» – кировский завод «Сельмаш». Мы, как и обещали, изменили, так сказать, да, состав участников. Но тему оставили ту же. Тему мы оставили ту же. Озвучи, пожалуйста. Тема у нас «Социальная ответственность бизнеса, который работает на территории Кировской области». Если в первой части у нас были представители именно кировского бизнеса, которые базируются здесь, созданы здесь, работают, то во второй части мы взяли тех, кто является частью большого, крупного бизнеса, который там на всю страну, именно чтобы посмотреть разницу в политике социальной ответственности, благотворительности, потому что у крупных компаний есть определенное там положение, определенные порядок там оказания помощи, приоритеты расставлены четко. И сейчас у нас, по-моему, давай звонок. Мы представим гостей. Марина Белокрылова, заместитель управляющего кировским отделением ПАО «Сбербанк». Здравствуйте. Добрый день. Алексей Женихов, директор кировского регионального отделения компании «Мегафон». Добрый день. Добрый день. Андрей Лялин, советник генерального директора по связям с общественностью компании «Газпром» «Межрегионгаз Киров». Всем добрый день. А на связи у нас сейчас Алена Кольцова, директор по корпоративным коммуникациям компании «Нанолит». Олег, Алена, добрый день. Добрый день. Алена, значит, во-первых, нам бы хотелось, чтобы вы коротко очертили те проекты, которые поддерживает как социальные проекты компания «Нанолек». Ну, естественно, такая задача у нас была, домашнее задание. Как, на ваш взгляд, должна формироваться идеальная модель взаимодействия города, бизнеса и жителей в определении реализации приоритетных социальных проектов в развитии города? Итак, что делает «Нанолек» и как вам видится сотрудничество с городом? Спасибо большое, Светлан. Ну, я, наверное, небольшое отступление сделаю. Для меня корпоративная социальная ответственность – это дополнительная ценность, которую несет бизнес обществу, местному сообществу, там, где, собственно говоря, компания развивается. Поэтому для нас фокус – это Кировская область, где работает наш завод, 465 человек на данный момент. И мы начали, скажем так, потихонечку развивать это направление несколько лет назад. Такой теория малых дел. Начали с Левенцев помогать потихонечку в обустройстве. То есть поэтапно мы залили каток, мы сделали ремонт в школе, в спортивном зале. И вот в этом году мы построили комнату для пенсионеров и ветеранов. И то, что касается другого направления, связанного с Кировом и с нашим предприятием, это история со здоровым образом жизни. С 2016 года мы поддерживаем полумарафон «Вятские холмы». В этом плане полностью доверяем Ане Альминовой, то, как она болеет за это дело, как, какой качественный проект она возродила в Кирове. И здесь мы решаем, наверное, такие вот две задачки. Это не только создание такого хорошего повода, мероприятия в городе, но и внутрикорпоративную историю. То есть для наших сотрудников это одно из таких больших и важных мероприятий, в которых мы с удовольствием принимаем участие с семьями. Кто-то бежит, кто-то болеет. То есть для нас это целое событие. И, конечно, если компания это поддерживает, то это еще больше, наверное, наших сотрудников вдохновляет. Помимо этого, у нас есть еще внутренний наш проект, который потихонечку как-то и переполз даже в Левенцы. Он называется «Стань лучше с Нанолек». Мы начали его внутри, но сейчас подключились, собственно говоря, наши соседи, жители Левенцев, чему мы очень неожиданно рады. То есть, да. Есть ли отдельная статья на социальные бюджеты на предприятии? Заранее планируемая сумма, может быть?
Да, статья, конечно, есть. Она предусматривает ежегодно. Мы ее потихонечку расширяем по мере возможности. Но пока это, скажем так, не самая у нас большая статья, но мы над этим работаем. То есть мы видим эффект, мы видим, мы уже имеем очень надежных партнеров. Вот, ну, помимо Вятских холмов, я еще хочу сказать про отдельное наше направление. Это помощь детям с особенностями развития. И эта история началась в Москве, когда мы познакомились с Центром лечебной педагогики. То есть это организация, которая на таком системном уровне помогает семьям с особенными детками адаптироваться, развиваться и, в общем-то, быть полноценными участниками социальной жизни. И через них мы нашли в Кирове дорогу добра и работаем с ними, поддерживаем детский дом-интернат «Родник» в Мурыгино. Угу. Что касается идеальной модели взаимодействия города и бизнеса и жителей, да, какой видится она на Налеку? И хотелось бы услышать конкретные предложения, направленные и к городу, и к жителям от бизнеса. Ну, наверное, это прежде всего не безразличие и уверенность в том, что Киров может быть и должен быть комфортным, социально таким, даже не знаю, как сказать, комфортным для жителей и для его гостей. И здесь, наверное, по каким-то конкретным проектам я могу лишь только пожелать развивать массовые спортивные мероприятия, потому что они вносят такую очень сильную позитивную энергию в жизнь города. Ну и второе, наверное, все-таки благоустройство как для жителей, так и для туристов. Потому что много есть мест, которые можно, скажем так, сделать комфортными и красивыми, и отдыхать там самим, и приглашать гостей. Да, мы это понимаем, но все-таки как должно осуществляться, на ваш взгляд, взаимодействие? Потому что у нас есть обращение жителей разного рода, да, отдельных организаций или отдельных просто людей со своими личными просьбами. Есть город, у которого есть свои какие-то мероприятия, есть проекты, которые возникают внутри там бизнес-структур. А все вместе, на ваш взгляд, это работает как единое целое или каждый вот в своей стезе как-то работает? Ну, пока, наверное, есть некая разрозненность. Может быть, действительно, какие-то проекты должны быть объединены под одним зонтиком, да, чтобы компании понимали, например, куда они подключаются. То есть лично я, находясь в Москве, не всегда понимаю, что происходит и куда мы могли бы подключиться. То есть я там слежу, Светлан, за вами на Фейсбуке, понимаю, что сейчас как бы актуально, что болит, да, но, наверное, если организовать какую-то площадку для бизнеса, чтобы услышать, что сейчас важно, да, что сейчас важно для города, для его жителей, и как-то вот консолидированно предложить какие-то решения, да, то есть где мы можем быть полезны. Ну, не только для города, я бы еще все-таки думала и про районы, потому что там, мне кажется, даже больше есть необходимость помощи. Вот, кстати говоря, пример из районов у нас будет сразу после короткого перерыва. Сейчас мы благодарим Алену Кольцову, директора по корпоративным коммуникациям компании «Нанолек». Прервемся на полминуты и продолжим разговор.
Продолжаем разворот на бизнес. Мы говорим об социальной ответственности бизнеса. Берет ли он эту ответственность самостоятельно? Откликается ли он это на обращение граждан и чиновников городских по необходимости? Выкручивает ли им руки при этом? Да? Или наоборот, бизнес стучится в двери и говорит, мы хотим вот вложить деньги в такие-то, такие-то вещи. И как на это реагируют чиновники? У нас в гостях сегодня Марина Белокрылова, заместитель управляющего Кировским отделением Сбербанка, Алексей Женихов, директор Кировского отделения компании «Мегафон», и Андрей Лялин, советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром» «Межрегионгаз Киров». Вот только что Алена Кольцова, директор по корпоративным коммуникациям компании «Нанолек», сказала, что надо обращать внимание и на районы тоже, потому что там иногда помощь требуется даже больше, чем в городе. У нас есть такой пример, который относится к области, за которую меньше всего проголосовало сейчас ВКонтакте, в опросе, где мы спрашиваем людей, какие направления социальной жизни города может и должен поддерживать бизнес. Так вот, всего 5% из 100 говорят, что нужно поддерживать культуру. А у нас есть как раз запись, которую мы сделали сегодня утром, и нам комментирует этот вопрос Владимир Кожевников, директор Лапьяльского историко-краеведческого музея имени Виктора Михайловича Васнецова. Знаете, что есть такой музей в Лапьяле? Я не знала. Который говорит о поддержке своего музея и о том, как развивается он. Помощь, поддержка и вообще созидательная роль предпринимателей. Вот в Уржуме, например, она очень чувствуется. Но это исторический пример. Уржумский собор. Он практически на деньги местных купцов, предпринимателей построен. А если более таких небольших масштабах, ну вот даже вот наш краеведческий музей в Лапьяльске, где Виктор Михайлович Васнецов родился. В свое время, когда вот энтузиаст местный Василий Васильевич Ширяев решил организовать музей, собирал экспонаты, то вообще музей открылся только благодаря колхозу. Колхоз помещение дал, ему небольшую зарплату дал, деньги давал сколько-то на покупку экспонатов. Но потом музей передали государству, а колхоз перешел в частные руки. Но частные предприниматели, пока колхоз существовал, тоже помогали музею, хоть небольшими средствами, но это все поддержка была для музея хорошая. Просто-напросто некому помогать. В нашей этой местности вот колхозов не стало, поэтому последние годы, конечно, это помощь извне практически на нет сошла. Бюджет, он просто, как бы сказать, содержит музей. А ведь надо и развиваться, и в хорошем состоянии его поддерживать. Последние годы пленэры всероссийские, васнецовские, проводятся в Уржуме и обязательно с выездом художников в Лапьял. Конечно, хорошо бы к этому времени как-то улучшить в музее обстановку. Ну, хотя бы полы давно не крашеные покрасить, двери, окна. Культура в помощи предпринимателей нуждается везде, на мой взгляд, одинаково. Что в Москве, что в самой ни на есть глубинке. Я бы даже сказал, не в глубинке, к примеру, про Лапьял, а в прекрасной глубине России. Просто помогают, я думаю, тем организациям культурным, которые им знакомы, близки. Ну, вот такая история. Конечно, сложно сравнивать там Абрамцево в Подмосковье, да, где как раз все эти художники, Васнецова в том числе, и Репин, и прочие творили, и в каком состоянии там этот музей, и то, что в Лапьяле, да, где родина Виктора Михайловича. А давай напрямую сейчас спросим наших гостей. У вас есть проекты, связанные с культурой и ее поддержкой? Сбербанк. Если говорить про Сбербанк, то у нас есть действительно проект, связанный как раз с художественным музеем имени Васнецова, который в Кирове. И мы как раз в ночь музея показывали еще раз ее обновление. Art Wall называется, когда известные произведения искусства были вынесены за пределы привычной музейной среды, и каждый из наших жителей может, пройдя по Спасской, полюбоваться произведениями искусства, приобщиться к ним. Это участие в такой акции? Одноразовое? Это не одноразовое. То есть были подготовлены места со стороны музея, и сейчас музей уже самостоятельно обновляет композицию каждый раз. Они используют историю. Это, да. Вы слышали про Лапьял когда-нибудь? Еще нет, но вот сегодня я уже услышала. Я знаю точно, что музей планирует в этом году в связи с днем рождения Васнецова много мероприятий, и в том числе будет пленэр, я знаю, что в Ружомском районе. Поэтому мы тоже думаем, чем мы еще можем помочь в этом направлении. Вот прекрасное предложение. Да, я уже записала. Я заметила, что вы записывали. Да, и как раз у нас Андрей в перерыве, представитель компании «Газпром» «Межрегионгаз Киров», сказал, что мы как раз районам помогаем. А в чем заключается эта помощь районам? И насколько, в каких направлениях приоритеты выстраиваете вы?
Да, мы помогаем Налинской детской юношеской спортивной школе, отделению горных лыж. Это, мы считаем, что уникальное спортивное отделение, которое находится именно в районном центре, и дети Налинска могут реализовать свои спортивные возможности в этом виде спорта, хотя не всегда, конечно, бывает, что другие дети могли бы реализовать свои возможности. Я имею в виду другие районы, районные центры нашей области. Наша компания вкладывает в течение уже нескольких лет немалое средство, вложила в реконструкцию спуска на горнолыжной трассе. В этом году планируем установку освещения, чтобы дети могли не только днем, но и вечернее время продолжать тренировки, потому что мы понимаем, что горные лыжи — это зимний вид спорта, и сумерки начинаются рано, а дети готовы там вплоть до самой глубокой ночи кататься, тренироваться и так далее. Тем более, что профессиональные тренеры, профессиональные наставники, я бы еще сказал, что те люди, которые очень горят душой, чтобы дети могли заниматься любимым видом спорта. Это решение было принято офисом кировским? Да, это было решение принято нашей региональной компанией, согласовано с вышестоящей организацией. Всегда требуется согласование центрального офиса? В некоторых случаях приходится, потому что средства выделяются в данном случае немалые. Центральный офис определяет конкретное направление, в которое может вкладываться «Газпром» из «Регионгаз»? Изначально проговорена определенная сумма средств, которые мы можем вкладывать именно на благотворительную деятельность. И если проекты крупные, да, происходит процесс согласования. А так, если небольшая помощь, то помогаем тем, кто к нам обращается. Есть ли определенная политика выделения и рассмотрения вообще заявок о помощи? Выбор направлений, да? Кому помогать, прежде всего? И направления, приоритеты, и именно политика рассмотрения заявок. Правильно сказано, политика направления, потому что сегодня тоже уже прозвучало, что работать нужно именно с проверенными организациями, потому что очень много в последнее время, к сожалению, появилось таких организаций, которые под видом благотворительности занимаются просто сбором средств, непонятно на что. Поэтому все обращения, которые идут в наш адрес, мы проверяем и работаем только с такими организациями, которые имеют уже достаточно наработанный опыт, у которых есть положительный имидж. Я в данном случае сейчас хочу сказать это и про Кировское отделение Российского детского фонда, которое является нашим постоянным партнером, и благотворительный фонд «Содружество», которым мы помогаем, и в числе которых есть наши стипендиаты, то есть школьники, которые получают стипендию от нашей региональной газовой компании. И также, если говорить по направлениям, еще оказываем помощь поисковому отряду «Фронт». То есть ребята, которые тоже несколько лет назад пришли, попросили помощь. Это в то время они были студенты медицинской академии, сейчас уже многие из них академию закончили, трудятся, работают, но у них нашлись соратники, которые сейчас продолжают выезжать на территории, где велись боевые действия в ходе Великой Отечественной войны, проводят работы по поиску пропавших, и часто эти работы завершаются удачно, то есть они находят останки, тем самым помогают родственникам определить, где их погибли родственники. У нас есть опрос на сайте echokirova.ru в нашей группе ВКонтакте, где мы спрашиваем наших слушателей, какие направления социальной жизни города может и должен поддерживать бизнес. У нас, кстати, между «может» и «должен» тоже дискуссия была небольшая. Мы специально так обозначили. Лидирует сейчас ответ благоустройства города. Почти 46% требуется жителям очень, чтобы была поддержка бизнеса. 23% говорят, ничего не надо поддерживать, хватит налогов. 16,5% говорят, нужна помощь социально незащищенным гражданам, проведение массовых мероприятий 10% и всего 5% поддержка культуры. У нас тут нет спорта. А каждый буквально, кто был у нас сейчас в студии, это уже четвертый человек говорит, что спорт, и еще раз спорт поддерживает предприятие. Вот Мегафон поднимает руку за и говорит, что мы тоже за. И я знаю, что Сбербанк тоже одним проводит своих направлений. Зеленый марафон, кстати, будет он в Кирове еще или нет когда-нибудь? Он будет, и уже совсем скоро. А именно в это воскресенье, 27 мая, мы всех жителей ждем в 10 часов утра на Театральной площади. У нас, как всегда, трасса составляет 4,2 километра для всех желающих, поэтому есть еще возможность зарегистрироваться. Если вы не успеваете
зарегистрироваться, то это можно будет сделать непосредственно 27 мая. Поэтому приходите с друзьями, знакомыми. Будет расширенная культурная программа. Можно будет попробовать себя в кроссфите, в баскетболе. Так, все, благотворительности все, в том числе. Полуминутка закончилась. Мы говорили о зеленом марафоне в прошлом году тоже. А сейчас объясните нам, Марина Викторовна, зачем Сбербанку вот такой полумарафон? Ну, на самом деле Сбербанк поддерживает и вот все те пункты, которые вы обозначили ранее, мы все это поддерживаем. Спорт для чего нам нужен? Спорт, через спорт мы развиваем здоровый образ жизни. Да? Мы поддерживаем население, желание развиваться, желание меняться. Через спорт меняться проще всего. Массовые мероприятия. Массовые мероприятия, потому что если сейчас посмотреть, действительно именно начинать с себя нужно. Да? Мы, когда проводим зоны марафоны, мы сами, все сотрудники, выходим, показываем на себе. Угу. А как определяются вот эти генеральные направления поддержки Сбербанком каких-то проектов? Я знаю, что у вас очень жестко регулируется эта история. Да, действительно, да, это так. И со стороны центрального аппарата Сбербанка и непосредственно Германа Грефа к нам определяются те направления, где мы можем себя проявлять и должны, как говорится, себя проявлять. Это кроме спорта, это обязательно люди с ограниченными возможностями, это детские дома, и это как раз социально незащищенные категории граждан. Поэтому мы активно работаем с детскими домами, мы работаем активно с пенсионерами, и у нас есть план мероприятий для людей с инвалидностью. Если в этом списке городская среда, то на что есть запрос? Обязательно. Если вы помните, в прошлом году мы открыли площадку с тренажерами на набережной Грина, и в этом году, именно к 12 июня, мы планируем открыть еще одну площадку уже в парке пионеров. Возле дворца пионеров, да. Там активный запрос был со стороны горожан как раз, да, и активная группа работает. И там очень много... Проверенные такие уже люди, и понятно, как жители работают. Жители бегают, жителей очень много. Я даже буквально вчера там была, действительно, в 9 часов вечера весь парк кишит нашими жителями, кто бегает, кто с собаками гуляет, дети. Долго оценивали вот это предложение, как проверяли его? Нет, у нас вместе в команде родилась такая идея, и мы решили ее реализовать. Угу. Вот в таком роде. Я сейчас вижу, что это тоже все равно связано со спортом. То есть благоустройство, но спорт. Спортивная площадка на Грина, спортивные площадки там. То есть дети, спорт, инвалиды, сироты. Ну, еще один момент добавлю. Это... В части благоустройства районов мы как раз в прошлом году провели вместе с нашими партнерами акцию, и мы выделили 3 сертификата управляющим компаниям. Это было в Слободском, в Нолинске и в Кирове для благоустройства двора у конкретной управляющей компании. Районы присутствия компании Сбербанк. Да. Все понятно. Давайте к мегафону перейдем. Итак. Ваши приоритеты, угу. Алексей Борисович. Здравствуйте еще раз. Смотрите, в компании «Мегафон» четко сформирована благотворительная политика. Она ориентирована в основном на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, людей с ограничениями по здоровью. Например, мы уже в городе Кирове реализуем на протяжении 13 лет, проводим региональный турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Будущее зависит от тебя. Соревнования проводятся ежегодно. Победители едут у нас дальше на этап в Екатеринбург, это по макрорегиону. Дальше команда победитель из макрорегионального турнира едет на общероссийский турнир в Сочи. Наверное, стоит отметить заслуги наших ребят, потому что, в принципе, до Сочи у нас доходили две команды. Из школы-интерната номер 1 города Кирова и из Тужинской школы-интерната. Ребята молодцы, буквально в финале были в одном шаге от победы, но немножко не сложилось. Я думаю, все впереди. Каждый год у нас определяются победители. Ну, совсем недавно реализовали один турнир. Это я поднимаю руку, что я после вас хочу слово взять. Да-да-да. Вежливо. Да. Еще совсем, скажем, в ближайшем будущем мы будем реализовывать
спортивное соревнование по обуче для людей с инвалидностью. То есть сейчас как бы это мероприятие в разработке. СвятГУ вместе вы делаете это, да? В ближайшее время, да, летом текущего года. Сейчас соревнования готовятся. Это чудо, насколько я знаю, потому что наша компания тоже там компания будет участвовать. Компания «Ты плюс», где ты работаешь. Да, да. И пользуясь случаем, скажу, что у нас тоже поддержка спорта такая массовая. Вот если у Мегафона это футбол, то мы поддерживаем баскетбол, и КСБаскет, он там привлекает сотни тысяч команд школьников со всей страны. Вот, и тоже с спортивной точки зрения это очень такое массовое, зрелищное мероприятие. Вот я хочу сказать, что перед перерывом сейчас, на который мы должны уйти, что когда рассказывают о мероприятиях, прежде всего, наши гости, вот буквально все, у каждого лица такие одухотворенные, видно, что это не просто там пришел запрос, деньги выделены, и там распоряжайтесь, как хотите, сдайте отчетность. Все заражаются этим, все этим болеют, несмотря на то, что в случае второго часа, вот сейчас федеральные компании, там есть жесткая регламентация по направлениям. Ну и второй вывод, который я делаю из двух эфиров все-таки, особенно вот второго часа, направления традиционные. Дети-сироты, инвалиды, кое-кто о стариках думает, но не так массово, как о детях и инвалидах, и массовые мероприятия. Вот основные направления, которые выбирают для себя наиболее часто компании. Есть еще немножко экология, наверное. Не знаю, я не уверена насчет экологии, мы об этом поговорим после перерыва. Ну, вот это, кстати, сейчас плашка с партнером программы. Это тоже социальная ответственность некая бизнеса, потому что я сама лично в переговорах участвовала по этому проекту и лично убеждала, почему он нужен городу и почему он нужен не только радиостанции и газете, а именно горожанам. Потому что миссия, собственно, нашей программы, нашего проекта «Разворот на бизнес», чтобы и город услышал о бизнесе, кто эти люди, что они делают, какие у них планы, чтобы решались проблемы, и в том числе, чтобы озвучилась та позиция, та политика, которая есть у бизнесменов, у чиновников городских и областных, и позиция по отношению к бизнесменам обывателя, да, к коему я себя тоже там отношу, посмотреть, как она меняется. Плюс просветительская цель, да, для того, чтобы люди тоже понимали, то есть видели себя в бизнесе, если у них есть предпринимательская жилка, и не думали, что это что-то такое страшное, трудное. Но прежде всего, вот я сейчас делаю вывод, Олег, доступное. Мы как-то это с тобой не определяли с самого начала, но вообще-то вся конструкция этого проекта и вся эта деятельность направлена на то, чтобы все стороны друг друга не просто увидели, это было в самом начале, познакомить, увидеть, кто здесь в этом городе живет. Но теперь уже мы понимаем, что мы развиваемся в направлении как раз сращивания интересов и выстраивания каких-то коммуникаций для того, чтобы вот этот эффект синергетический, совместный, чтобы он был очевиден совершенно, чтобы минимизировались обвинения в сторону друг друга, чтобы не было недопониманий, и чтобы снимались с одной стороны претензии, например, горожан или непонимание горожан, что, собственно, бизнес делает. Там он только зарабатывает, обогащается, особенно мы любим там в особом мнении сказать, там, обогащаются за счет вот сейчас тарифа, обогатятся здесь, обогатятся тут, нас разорят, значит. Для чего это все происходит? Ну, контрольные функции тоже со стороны общества должны быть. Они имеют право, мы имеем право задавать по поводу тарифа все вопросы. Но и большая проблема в течение всего этого времени была с бюрократическими барьерами, которые возникают, когда ты хочешь какой-то проект реализовать, неважно, ты общественная организация или бизнес-структура, и растягивается это все на годы буквально. У нас есть примеры, когда бизнес стоит с деньгами, говорит, мы готовы тут благоустроить, вот сделать. Погодите, переложим бумажки, значит, мы не знаем, кто ответственный. Вот насчет принятия решения чиновниками звучало в первом части вопрос. Василий Васильевич Зонов сказал, что я понимаю, что очень часто препятствия, даже не столько барьеры там, законодательные, а вот чисто человеческий фактор. Не могу принять решение как чиновник. Но мы об этом поговорим через 3 минуты. Я обещала нашим гостям, что дам договорить про проекты. И вот тут я вспомнила, когда вы рассказывали, конечно, Алексей Борисович, я сейчас обращаюсь к жениху, директору Кировского регионального отделения компании «Мегафон». Что касается детей-сирот, мы тоже там поучаствовали в большом проекте. И когда в следующем этапе я увидела развитие проекта «Право на творчество» в сфере там, кулинарии, я повар, совместный проект Володи Шабардина, детского омбудсмена и «Мегафона», это было грандиозно просто. Люди дошли до кухни, господи,
Юлии Высоцкой. Юлии Высоцкой, да. Конечно, да. Там еще Дороничи поучаствовали. Да-да-да. Это очень такой громкий, масштабный проект у нас получился, да. Соответственно, мы прославились на весь Мегафон по всей России. Спасибо Владимиру. А вот еще одна сторона этой деятельности, да, Владимиру, да, офисы Шабардину, между собой. Спасибо за то, что нас вовлек в этот проект. Спасибо фонду «Фаротех», то, что подготовили хорошо и правильно заявку, потому что не так просто войти в наши благотворительные проекты. Нужно еще этому предшествовало этап подготовки заявки, описания проекта, подготовка презентации. А вот уже про структуру мы говорим, как попасть в проекты федеральных программ. Про это, наверное, еще чуть позднее как бы рассказать. Но про сам проект хочу сказать, что мы охватили фактически всю область. Соответственно, в нашем проекте приняло участие более 400 детей из детских домов, школ-интернатов. Соответственно, спасибо компании агрохолдингу «Дороничи», потому что они нас поддержали в этом проекте. Самим бы нам, мы бы не могли его сделать таким ярким, потому что 9 лучших участников проекта, самых талантливых детишек, мы отправили как раз в кулинарную студию Юлии Высоцкой, где они проходили мастер-класс, соответственно, на такой высокопрофессионально оформленной кухне. Вот сейчас из того, что сказал Алексей Борисович, мы еще сделаем несколько выводов, которые для нас важны. Во-первых, попадание в программы благотворительных федеральных компаний требует серьезной подготовки. Документальной, безусловно. Заявка должна быть подготовлена грамотно. Нельзя просто прийти и сказать, смотри, мне нужна помощь вот здесь. Да? Второе, зачастую эти программы, они программы, которые делаются в партнерстве. Я знаю точно так же, что у Сбербанка, я не знаю, как у Газпрома. Сбербанк, затевая что-то в городе, старается найти партнеров для того, чтобы более масштабная была история. И третье... И третье, это то, что вот такие благотворительные программы, когда местные офисы федеральных программ компании разрабатывают, это еще не только история про лояльность там, да, твоих клиентов, это не только история про там, статус какой-то и реальную помощь, которую хотят оказать реальные люди, работающие в компании, это еще какая-то внутрикорпоративная история, и даже здесь, оказывается, есть некое соревнование. Нет, там же есть еще такое направление, как волонтерство, и оно активно развивается. Но самое главное, ради чего это делается. В целом, это работает на репутацию. Есть репутационные рейтинги международные, которые как раз корпоративную социальную ответственность компании оценивают. Вот там, в соответствии с ними, первое место занимает компания Rolex, например. В мире. В мире. Второе — Lego, третье — Google. Ну и там, к сожалению, российских компаний там нет, а российского рейтинга, вот сколько вчера искал, не нашел. Есть только там руководители этих направлений, они рейтингуются. Но как бы то ни было, я думаю, что мы в этом направлении активно идем, выстраиваются как раз приоритеты, и то, что ты сказала, там, к сожалению, есть перегибы, что в одни как бы ворота хотят все, а еще раз, некоторые стороны... Сироты, инвалиды... Да, некоторые стороны остаются неподсвеченными, но я думаю, что это с течением времени все-таки исправится. Вот, а что касается как раз процедур и приоритетов, сейчас, наверное, с нашими гостями переговорим, да? Ну вот у нас остается буквально 5 минут. Я бы... Или мы все-таки предложение. Как раз ключевой вопрос, да, предложение, что необходимо от муниципалитета или от региона для того, чтобы и от граждан, для того, чтобы это было именно взаимодействие. И нужно ли совместно определять приоритеты развития территории? Или нет? Потому что в первом часе звучало мнение, что лучше не мешайте. Вот я сам как решил, я бизнесмен, как я решил. Я это сделаю, потому что от вас ничего не дождешься никогда, только не мешайте. И лучше, чтобы вообще не знали. Там, ни город, ни горожане. Сделал, и все. Встала на месте, я сам там блюду и прочее. Иначе это все затянется, разрушится, не состоится. И такие примеры тоже есть. Да, а вот вы считаете, что должна вот эта триада работать: город, бизнес и жители? Может быть, совместный комитет какой-то? Совместная стратегия развития города, района или региона в отношении социальных вложений, там, да, которые делает бизнес. И возможно ли это с точки зрения представителей федеральной компании вообще? Андрей, да, я готов. Газпром. Вот смотрите, в регионе есть очень замечательная программа, называется «Проект по поддержке местных инициатив». Это то, о чем вы сейчас говорите. Жители, власть и бизнес. Участие в этой программе подразумевает инициативу жителей. И наша компания –
как раз вот рады только за то, чтобы именно инициатива шла от жителей. Иначе по-другому те проекты, которые навязываются сверху, они рано или поздно заканчиваются, причем иногда плачевно. Простой пример. Если жителям нужна детская площадка, и они сами вкладываются в ее реализацию, неважно, пишут письма, там какие-то работы делают и просят региональные власти или городские власти, бизнес им помочь, эта детская площадка будет стоять долго, они будут о ней заботиться, ремонтировать, красить, проводить субботники и так далее. Там же софинансирование есть, да, еще, как... когда каждый вкладывает свою денежку, и поэтому здесь, безусловно, будет контроль. Конечно. И как только жители начинают просто просить, постройте нам детскую площадку, хорошо, управляющая компания строит детскую площадку, и мы порой наблюдаем такую вещь, что через год от этой детской площадки остается практически ничего. То есть механизм уже есть, ППМИ. Да. И слава богу, пару месяцев назад, наконец-то сказал губернатор наш, ППМИ будет, мы увидели его эффективность. Спустя полтора года, как работает новая команда, они наконец-то сказали, потому что до этого момента ППМИ было в подвешенном состоянии. А все-таки столько лет развития, его даже сейчас крупные компании говорят, что это механизм, который работает, и его нужно развивать. Да, и мы участвуем, и в этом году мы поддержали проект, который предполагает благоустройство сквера недалеко от нашего офиса. То есть мы видим, что там необходимы работы, жители вышли с инициативой, обратился начальник территориального управления поддержать этот проект, и мы как бизнес вкладываем в реализацию этого проекта. Это кто? В каком районе? Это Первомайский район. Это сквер. Вячеслав Николаевич Симаков. Да, Симаков обратился. Молодец, в нашу Симаков. Компанию. Ничего не могу сказать. Он будет у нас на следующей неделе как раз со скверами. Мы там подробно разберем. Ваше мнение, Сбербанк, пожалуйста. На самом деле, я считаю, Мария что Викторовна. Однозначно должно быть участие всех трех сторон. И у каждой стороны есть своя зона ответственности. Как правильно мы говорим, со стороны жителей все ожидают, что это будет активность, это будет забота о том, что уже построено, то, что уже сделано. А между правительством области, между бизнесом и жителями должна еще быть и открытость. То есть каждый должен мочь спокойно, открыто заявить о проблеме и получить на это ответ. Механизм есть сейчас? Такой механизм уже реализован в других регионах. Мы с вами обсуждали как раз наших соседей, одни как раз Пермь, да, и да. С приходом нового губернатора в Перми, я точно знаю, как раз губернатор открыл свою почту, открыл свой аккаунт, и, соответственно, люди могут к нему обращаться и получать даже обратный ответ. И там уже действительно это чувствуют жители. Я могу сказать, что у нас в Перми уже возникает сейчас проект, и надеюсь, что в ближайший месяц мы это озвучим, как раз вот то, что вы говорите. Так, есть чему поучиться у соседей все-таки. Да, и самое главное всегда, как и в бизнесе, лучшие практики изучать соседних либо других далеких регионов и их у себя внедрять. Может быть, даже не придумывать велосипед, а брать то, что уже сделано. Мегафон, Алексей Борисович. Да, мы рассматриваем предложение от благотворительных фондов, некоммерческих организаций на самом деле. Поэтому здесь какие предложения у нас будут на входе, мы готовы все их рассмотреть. Безусловно, здесь, скажем, компания «Мегафон» и сама предлагает свои проекты. Да, но вот если применительно городу Кирову взять и ваш вопрос, то есть мы готовы рассматривать предложения и от города, и от власти. Вот такой опыт уже у нас есть и был. Ну и еще хотел бы сказать, что у нас 2018 год – это год волонтерства в России. И я считаю, что это хороший повод для всех нас как бы постараться бескорыстно делать добрые дела. Это все хорошо. Году. Не уходите от темы. Есть у нас механизм эффективного взаимодействия бизнеса, власти и города? Или вы считаете, что нужно его дорабатывать? Нужно, и какое-то нужно стратегическое направление, конечно, совместно? Ну, нужно дорабатывать, нужно садиться за стол переговоров, да, ну и, соответственно, как бы решать, определять основные направления. Спасибо. Ну что, я думаю, что с каждым из сегодняшних гостей мы еще отдельно будем встречаться в эфирах и подробно разбирать предложения бизнесменов в отношении развития города, прежде всего. И будем рады, если кто-то из наших слушателей, предпринимателей откликнется на просьбу Лапьяльского музея. И, да. И поможет ему, да, или здесь. Да, они, собственно, ничего не просили. Они просто сказали, да, они просто сказали, да, что культура всегда требует поддержки. Для нас открытие просто. Музей Васнецовых в Лапьяле. В год Васнецовых мы посчитали, что это необходимо открытие донести до всех. У нас в гостях были Марина Белокрылова, Сбербанк, Алексей Женихов, Мегафон и Андрей Лялин, Газпром Межрегионгаз Киров. Да, не уходите, пожалуйста. У нас сейчас будут новости, а мне еще нужно сфотографировать наших гостей. Спасибо, а слушателям хорошего дня. Спасибо.